Штраф 4 миллиона тенге наложен на замакима Павлодара за то, что в должности руководителя ЖКХ он ускорил проекты, допустив 17 нарушений. В прошлом году отдел напрямую заключил 17 договоров о госзакупках. При этом обязательные конкурсные процедуры не проводились. Договоры касались ремонта и содержания городских скверов, парков, улиц, изготовления табличек для переименованных улиц, устройства контейнерных площадок, ограждения кладбища и благоустройства набережной. Общая сумма заключенных договоров госзакупок составила почти 2 миллиарда тенге. Рассмотрены дела об административном правонарушении по 17 фактам в отношении бывшего руководителя отдела ЖКХ за нарушение законодательства о государственных закупках в соответствии с частью 11 статьи 207 Кодекса об административных правонарушениях. Вина бывшего руководителя отдела ЖКХ установлена 17 протоколами об административных правонарушениях, должностной инструкцией руководителя отдела ЖКХ и другими исследованными материалами дела. Судом виновному назначено взыскание в виде административного штрафа в размере 100 месячных расчетных показателей за каждое из 17 правонарушений в отдельности, что в совокупности составило 4 миллиона 105 500 тенге. Постановление не вступило в законную силу.